Доброго времени суток. Хочу вот вам показать несколько хоба монет, точнее копии хоба монет. На настоящих монетах вручную вырезали изображение, ну, обычно на американских долларах. Так что одно время были такие вот популярны, но стоят они очень дорого, так что вот это вот копии, просто для интереса. Хочу показать, что это такое. Так что такие вот сувениры. Представляю настоящие, сколько трудов было затрачено, чтобы все это вырезать. Но настоящих очень сложно найти. В основном они довольно старые. 80-е, может быть, даже раньше. Так что такие вот игрушки. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и счастливо.